В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль. Сейсмическая активность в окрестностях вулкана на полуострове Рейкьянис резко возросла. За последние два дня в районе было зафиксировано почти 3000 землетрясений. В стране объявлен режим чрезвычайного положения. Эвакуированы жители города Гриндавик, расположенного на юго-западном побережье в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Фаградальсфьядль начал извергаться в 2021 году после затишья в 800 лет.